Это Любовь Соболь. Сегодня, 1 октября, вступили правила о хранении интернет-трафика. Теперь провайдеры будут хранить все ваши сообщения за последние 30 дней. Пакет Яровой – это несколько законов, которые были приняты Госдумой в июне 2016 года. Их авторы – депутат Единорос Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров. По имени Яровой эти законы и получили свое неофициальное название. Пакет Яровой обязывает сотовых операторов, провайдеров и интернет-компаний хранить все сообщения, переданные файлы и другую информацию. Причем хранить в России, то есть у спецслужб будет возможность получить доступ к этим данным. Сотовые операторы должны будут хранить записи разговоров и смс-сообщений полгода. Эта норма уже работает, она вступила в силу 1 июля. Правда, точно неизвестно, как именно они его исполняют. 3 июля коммерсант писал, что у операторов пока нет законной возможности для этого из-за проблем с сертификацией оборудования. Тем не менее ясно, что рано или поздно компании решат эти вопросы и ваши разговоры будут храниться полгода. А ФСБ или полиция при желании смогут добраться до ваших данных. Интернет-компании, внесенные в специальный реестр организаторов распространения информации, также должны будут хранить сообщения, голосовые сообщения или видеофайлы полгода. И эта норма тоже вступила в силу 1 июля. Здесь важно, что в реестр входят Яндекс, Mail.ru, ВКонтакте и некоторые другие российские компании. А, например, Google, Facebook и Twitter туда не входят. Так что, по идее, Google или Facebook пока ваши данные на территории не хранят. А вот ВКонтакте или Mail.ru хранят точно. Также в пакете Яровой есть норма о том, что почтовые сервисы или мессенджеры должны передавать ФСБ так называемые ключи шифрования, то есть способы читать зашифрованный трафик пользователей. Телеграм Павла Дурова отказался передавать такие ключи ФСБ и сначала был оштрафован за неисполнение этого требования, а потом и заблокирована территория России. Правда, Telegram продолжил работать, и даже чиновники по-прежнему им пользуются. Видимо, чиновники тоже хотят пользоваться удобным сервисом, который не сольет все их данные спецслужбам по первому требованию. Их в этом можно понять. Для провайдеров нормы хранения тяжелого трафика вступили в силу не 1 июля, а 1 октября. Они должны будут хранить переписку или переданные файлы 30 суток. Также компании обязали каждый год увеличивать емкость хранилищ для трафика на 15%. Исполнение законов Яровой требует от операторов связи и интернет-компаний больших финансовых затрат, ведь весь трафик нужно где-то хранить. В апреле 2017 года ФСБ и Минкомсвязи оценивали затраты в 4,5 триллиона рублей. Российский союз промышленников и предпринимателей тогда же в апреле называл цифру в 10 триллионов. Точных цифр пока нет, но по мере вступления закона в силу отдельные компании начали называть свои расходы. Например, в мае 2018 года МТС оценила свои затраты из-за пакета Яровой в 60 миллиардов рублей. В августе этого года агентство Reuters сообщило о разработке законопроекта, который позволит переложить часть затрат на Google. В законопроекте предлагается ввести понятие «организатор распространения информации в сети интернет, контролируемый иностранным лицом», а затем обязать компании, подпадающие под это определение, выплачивать крупным отечественным операторам компенсации за хранение их трафика. В случае отказа от оплаты, законопроект предусматривает право ограничивать скорость пропуска трафика такой компании. Так что помимо хранения всей переписки, нас теперь может ожидать еще и снижение скорости доступа к любимым сервисам, например, к YouTube, который принадлежит Google. Как бы там ни было, но провайдеры уже начали повышать цены из-за пакета Яровой. Но главное, даже не рост тарифов и усложнение жизни интернет-компаниям. Главное это то, что наши спецслужбы смогут получить доступ к вашей переписке. Владимир Путин, объясняя необходимость пакета Яровой, заявил, что это необходимо для борьбы с терроризмом и, как обычно, сослался на опыт США и других западных стран. Только он забыл уточнить о том, как работает суд в этих странах и что там бывает, если власти заподозрят в давлении на суд или злоупотребление потреблениями полномочий в целях политической борьбы. А у нас никакого расследования против президента за вмешательство в правосудие. У нас дела за репосты и сохраненные мемы. Так что совсем не удивительно, что очень многие люди не хотят, чтобы наши спецслужбы имели доступ к их переписке и поддерживают Телеграм в его отказе от передачи ключей шифрования. Прекрасной России будущего депутаты будут принимать нужные гражданам законы, а не думать про слежку и борьбу с неугодными. Суд будет независимым и сможет вести расследование – даже если в деле будет замешан действующий президент. Вот тогда люди смогут доверять такому государству. Миллиардер Алишер Усманов заявил, что в России остался всего один олигарх. Кто это, он не уточнил. В передаче «Действующие лица» на телеканале России Усманов заявил, что слово «олигарх» он терпеть не может, и что олигарх – это человек, который все взял, не заплатив, а он к таким якобы не относится. Также он назвал Романа Абрамовича и Олега Дерипаску крупными бизнесменами, а не олигархами. Кого же можно назвать олигархом, если это не Абрамович, не Усманов и не Дерипаска? Давайте попробуем предположить. Вот, например, Владимир Потанин, совладелец норильского никеля. Форбс оценивает его состояние почти в 16 миллиардов долларов. В 90-х Потанина включали в так называемую семибанкирщину. Так СМИ называли группу банкиров и других бизнесменов, близких к власти и имеющих особое влияние. Часто этих людей и называли как раз олигархами. Также Потанина называют инициатором залоговых аукционов. Это схема, в результате которой акции российских государственных компаний оказались в частных руках. В частности, связанная с Фатанином фирма получила 38% норильского никеля. Также были приватизированы пакеты акций Сибнефти, Лукойла, Юкоса и других. Сама схема залоговых аукционов работала следующим образом. Банки в результате аукциона выдавали государству кредиты под залог госпакетов акций. Условия выдачи предусматривали, что если государство кредиты не вернет, то акции перейдут банкам. Государство кредиты не вернуло, и так акции оказались в частных руках. В 2011 году в лондонском суде Роман Абрамович признал, что аукцион по Сибнефти был фикцией. Ну что, похож по Тане на олигарха? Или это крупный бизнесмен, который все заработал честно за счет своего таланта, а не близости к власти? Приватизация и залоговые акционы, как ее яркий пример, оказали огромное влияние на Россию. Возможно, именно тогда многие люди и потеряли доверие к власти. Зачем нужна такая власть, которая так делает, которая понимает, что люди все видят, но все равно делает? В апреле этого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов. Теперь вот Уисманов говорит, что это слово он терпеть не может. Но как бы они ни говорили, что олигархов нет, люди-то помнят. Люди помнят, как прошла приватизация в 90-х годах. И хотят, чтобы хотя бы сказали правду по этому вопросу. И не в лондонском суде, а нам, гражданам России. В Госдуму внесли законопроект, который обяжет журналистов присылать тексты антикоррупционных расследований в госорганы. Автор законопроекта – депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Возможно, депутат не знает, но расследования работают не так. Проблема не в том, что правоохранительные органы не могут найти расследования, им их надо обязательно присылать. Вот, например, в 2012 году сайт Mediapart рассказал о незадекларированном счете министра бюджета Франции Жерома Каюзака. После этого прокуратура начала официальное расследование. Не заявила, что это все происки Газдепа или данные из интернета, а начала официальное расследование. В результате этого расследования было выяснено, что Каюзак и его жена скрыли от государства 3,5 миллиона евро. В 2016 году его приговорили к трем годам тюрьмы. Правда, затем приговор смягчили до двух лет тюрьмы и двух лет условно. Но тем не менее, История про Каюзака стала одним из самых громких скандалов Франции последних лет. Про это говорили телеканалы, журналисты и политики. Бывший президент Франции Франсуа Алланд назвал действие Каюзака непростительной моральной ошибкой, а сам Каюзак в своем признании писал, что его съедают угрызения совести. А теперь сравните с реакцией в России. У нас вот после выхода фильма «Он вам не Димон» премьер-министр Дмитрий Медведев рассказывал про компот и никаких уголовных дел против него возбуждено не было. Прекрасной России будущего депутаты будут требовать проведения официальных расследований после выхода фильма о коррупции высших чиновников, а не придумывать странные законы, которые никак не помогут в борьбе с коррупцией. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.